Ассоциация коррекции Казахстана одобряет поддерживает конституционную реформу нашей Казахстана. Казахстана обещающих работы. Одно из направлений которых нацелено на дальнейшее укрепление межнациональных отношений, в связи с чем повышается статус Ассамблеи народов Казахстана. На самом деле эти изменения повышают и ответственность Ассамблеи, ставят перед ней новые задачи. На наш взгляд, сегодня нужны новые подходы к укреплению единства нашего общества. Ведь мы теперь являемся Ассамблеей народов Казахстана. Эти подходы должны строиться на базе изучения всеми государственного языка, истории Казахстана и культурного наследия всех народов республики. Это и есть духовная основа единого народа Казахстана. Казахстан новому статусу имеет возможность выдвигать своих депутатов в высший законодательный орган страны. Здесь важно отработать четкий механизм. Высокие, тяжелые 30-е годы казахский народ помог нам выжить и обрести в Казахстане родину. Мы очень благодарны казахскому народу. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность Ассамблее, Малым Ассамблеям, третью казахстанских коллекций, которая состоится 29 сентября в Астане. Уважаемый Канат Бекмурзаевич, разрешите поблагодарить вас за участие в работе Совета Ассамблеи и за решение сегодня посетить Корейский театр. Спасибо за внимание.